пересекались куски. Да не. Игорь, главное меня. Мурат, ты его нахер халим. Вади халим. Я не хочу. Я пойду вас встречать. Давай, оркестр, цветы, пожалуйста, девочек. Спасибо. Я уже шла, ему надо пока, не понял. Может быть, если можно. Не, в смысле, оттуда кто-то в эту речку впадал. Нет, ну дай, это какой-то слой такой. Нужны какие-то супер покрышки. Я с ним езжу, ни одного не было слуха, чтобы не было. Здесь осторожно. Да? Да-да-да, осторожно. Ну что, нам в туннель? В туннель. Что ты хочешь? У озера чайки влетают почти что. Чего вам не нравится? Все как положено. Я в кастах. По прямой тут, ну сколько, километра два, наверное, да? Наша вот стоянка Сатав. Да? Вот тут есть какая-то тропа, которую мы не нашли в прошлый раз. В смысле, мы на выезде была тропа, которую мы не сошла делать, но мы решили не поехать. Дубль два. Это один источник. Пиво. Вода очень чистая здесь. Да. Эту воду можно пить. Вот живность монастыря. В монастыре есть монастырские козы, монастырские овцы, монастырские коровы. А вот в этом монастыре есть монастырский кот. Мяу. Молодец. Конечно. Поедание трофеев, добытых по дороге. Круг почета. И продолжаем наш маршрут. Да, 103, 106, 300 дороже, чем 6. Нам предстоит подъем на Сатав. Где-то будет вход с дороги. Мы его ищем. Привет.
Ну что, вперед. Гораздо позже, да? Нет, типа реконструкция. Пушка хорошая, как стоит. Не, ну смотри, она вот не больше. Блин, надо было просто головной фонарик запустить в эту лифт. Смотри. Браво! Герой дня, Саш. Спасибо. Я за все. Спасибо.